ребята, я все же не сдержала свое обещание и решила открыть подарки не на свое день рождения, а прямо сейчас. Потому что я терпеть больше не намерена. Ну и вот какие тут подарочки мне подарили. Сегодня. Сказали завтра открыть, но я не сдержалась. А мама такая сказала, как хочешь. Маска там. Ладно, пофигу. Сейчас открою наушнички. Крутецкие наушники. Так. Снимаю. Главное, чтобы не поранились, а то они новые. Вот. Так вот это пока что положить надо. Ой, чё? Так ощущение, что в этих коробочках что-то внутри. Мне как будто кажется так. Да, что-то внутри. Ну-ка, глянем. Так, вот здесь вот самая пленка. И вот здесь какая-то инструкция. Что это за пакетик? Ну, вроде больше ничего нету. Запихиваю обратно. Вот какой-то тут пакетик. Ну, вот глянем на наушнички. О, тут такие лапки прикольные. Ну, типа, таба-лапка. Жаль, я ее потапать не могу. Ну, пофигу. Такие механические наушнички. Их можно уменьшить по размеру. И вот здесь. И с той стороны тоже можно. Ну, хотя... Не совсем. Ну ладно, пофигу. Можно уменьшить, если они маленькие. Но я не буду уменьшать, так как... Ну-ка, примерю. Они мне идут. Очень даже прикольно, кстати. Вот эта зарядочка, я бы подключить надо. Так, что это за пакетик? Сейчас гляну. Достаю. А, ну это проводочки. Сама инструкция почему-то на корейском. Ну пофигу, я не разбираюсь на корейском. Ой-ё, тут все на корейском. Сначала на английском, да, вроде все нормально, да? Ну вот как только если раскроешь. Сейчас. Во, все корейское. Да уже эти наушники с Кореи, ну пофигу. Корейские вещи натуральные, как говорится. Так, это надо выкинуть. Коробочку на всякий случай оставлю, ну, мало ли что. Так, вот здесь кабель, а также вот здесь вот зарядочка. Ну что, убираем наушники в сторону и добро пожаловать. Вот так, вот такое вот миушная птичка. Такой прикольный, нифига себе, можно даже и эту птичку на своем рюкзаке. Она может петь более 45 плюс песен. 6 плюс. Но мне показалось она милой, так что я ее купила. Так. Раскрываю. Ой, я уже чувствую что-то. Что так мягко? Так, раскрываю. Что-то не получается чутка. Надо подумать, как ее открыть. Блин, ну мне нравится вот эта вот штучка. Сейчас я ее сфоткаю. Все, сфоткала. И саму вот эту вот штуку сейчас сфоткаю. Все, сфоткала. Так. Ага. Раскрываю нашего милоту. Нашу милоту. Ее, оказывается, можно еще и это скрутить в купочек. Ага. Сейчас, погодите, разберусь. Так, я достала эту штучку. Наверное, снимется. Нет. Вот что-то виднеется. Так, я почти достала нашего милаху. Он уже виднеется. Так, вот здесь вот еще инструкция. Еще инструкция. Ну, пофигу. Вот куча инструкций. Три инструкции? В смысле? Как такое возможно вообще? И вот здесь вот... Не буду показывать полностью. Вот здесь надо отцепить вот эту вот часть. Так как она прилеплена к самим к этой милашке. Закутанной. Ну, она пофигу.
Я тут, оказывается, заметила то, что есть тут еще какой-то проемчик. И как будто в нем что-то есть. Сейчас гляну. А, там пустота. Там должны были. Да, там должна была быть инструкция. Сейчас, ребят, я за ножницами. Так руками не достанешь. Так, это заняло очень много времени. Так что не говорите то, что я тупая купила эти игрушечки. Так как я очень их захотела, это я вообще решаю, что тут покупать, ну ладно, пофигу. Завтра же мой день рождения, а не ваше. Или какое-то чье-то еще, ну пофигу. Так, вот такая вот игрушечка. Ну и вот и самим пушочек. Вот такая милаха с ножками. Да, вот такая милошечка не хочет вылазить. Вот вижу уже носик, ну точнее клювик. Или это наоборот, либо это сердечко такое, где вот здесь вот было. Вот здесь вот. Вот, сердечко. Фиолетовое сердечко, а вот здесь клювик. Когда ты вылезешь? Такое милуха, хочется его так и раскрыть. Так, я переместилась в другое место, почитала инструкцию. Где-то в волосах нужно нажать. И он как раскроется. Интересно, а что будет, если нажать на сердечко? Что будет? Так. Нажимаю на волосы. Можно сердечко нажать? А, батареек нету. А, нет, есть, надо было зажать. Какой милаха. Милаха. Вот такой вот милаха с фиолетовыми глазами. Милушечка. Обожаю таких. Ну, это по типу Ферби, вот такой милаха. Если нажать на волосы, то я не знаю, он скрутится вот так или как. Так, а что будет, если я зажму? Ничего. Ладно. Нифига себе, тут целая гитара. То есть, если ты нажимаешь на волосы, то ты ее щекочешь. Смешно. Милушечка. Я зажала снова вот эту вот штуку, и он уснул. Нифига себе! Вот такая милаха у нас получилась. Вот такая милашечка. Такой мелкий купок. Ой, точнее купок. И такие мастерские наушники. Ну, я все же не сдержала. Потому что я не сдержала от этой милахи, от этих крутых наушников. Еще и это, с табалапкой там внутри. Правда, я ее достать там не могу, к сожалению. Ну, ладно. Что ж, ребята, я с вами прощаюсь. Вот такая вот милашечка. С вами я прощаюсь, и всем пока-пока!